А сейчас к новости, которая обусловлена погодой, а точнее затяжным и сильным похолоданием. Оно заметно обеспокоило дачников, сделавших первые посадки, а также горожан, которые едва успели порадоваться весеннему теплу, а теперь снова мерзнут в своих квартирах. И вот, как стало известно, в Твери вновь включат отопление. Погода в этом году преподнесла тверичанам на майские праздники сюрпризы, причем неоднократные. Первые длинные выходные были по-летнему теплыми, но вслед за ними наступило похолодание, и летние вещи мы сменили на осенние куртки. Следующие длинные выходные мы будем уже встречать с морозами. По прогнозу метеорологов, в ближайшие дни в Твери и области сохранится холодная погода. В ночные часы температура воздуха может опускаться до минусовых значений. Поэтому многие тверичане уже почувствовали дискомфорт в своих квартирах, ведь отопительный сезон был завершен 27 апреля. У нас дома холодно. Комфорт, включаем газ, а по-другому больше никак. Холодно, так что надо потеплее одеваться. Штанишки, пижамку, можно одеяло потолще. И газом тоже, как все, наверное. Обогреватель – это очень накладно, электричество. Так что все по чесноку. Конечно, когда тепло, комфортней. Холодно. Очень холодно. А я не люблю спасаться, обогреватели включать. И не люблю газ. Ну вот как-то двигаюсь по квартире, хожу, делами занимаюсь. Сразу теплее становится. Даже если сижу за компьютером, то я чем-нибудь интересным занимаюсь, и мне все нормализуется. Но хочется, конечно, чтобы было теплее. В связи с фактической погодной ситуацией, а именно установившейся среднесуточной температурой наружного воздуха ниже плюс 8 градусов, теплоснабжающим и теплосетевым организациям предложено произвести возобновление отопительного сезона с 7 мая. Подача тепла продолжится до установления нормативных дневных и ночных температур воздуха, позволяющих завершить отопительный сезон. Главное управление МЧС России по Тверской области обращается к жителям и гостям нашего региона с просьбой внимательнее относиться к собственной безопасности и напоминает, что в связи с понижением температуры воздуха возрастает вероятность возникновения техногенных пожаров по причине нарушения правил эксплуатации электробытовых приборов, газового оборудования, использования самодельных нагревательных устройств, нарушения правил пожарной безопасности. Будьте бдительны и аккуратны.